Здравствуйте, здравствуйте! На этом футбольном матче с вами сегодня работают комментаторы Георгий, состав команды «Хозяин». Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Все-таки прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча... Здравствуйте, здравствуйте! На этом футбольном матче с вами сегодня работают комментаторы Георгий, состав команды «Хозяин». Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Все-таки прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча... Здравствуйте, здравствуйте! На этом футбольном матче с вами сегодня работают комментаторы Георгий, состав команды «Хозяин». Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Все-таки прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча... Здравствуйте, здравствуйте! На этом футбольном матче с вами сегодня работают комментаторы Георгий, состав команды «Хозяин». Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Все-таки прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча... Здравствуйте, здравствуйте! На этом футбольном матче с вами сегодня работают комментаторы Георгий, состав команды «Хозяин». Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Все-таки прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча придется играть большую часть матча. Первый удар по мячу, и игра началась. Есть у Лейпцига на фланге свободное место, и туда идет. Поторопился уйти в отрыв футболист вне игры. Хорошо мяч перехватили в атаке. Огюстен. Бей и выводи команду вперед! И счет в матче открыт. Отлично они начали, быстро решили забрать игру себе, и гол в этом, конечно, плане лучший помощник. 1-0 в нашей игре. Роберт Левандовский.
Роберт. Хави Мартинес.